Если в ближайшие дни вы собираетесь пройтись по центру столицы, то без сомнения вас порадует новогодняя елка. Рабочие уже заканчивают установку главной елки страны и скоро ее оденут в праздничный наряд. Еще есть работа. Какой высоты будет елка? 20 метров. Сегодня и завтра мы закончим установку каркаса, но до 1 декабря еще есть работа. В этом году правительство страны и примария Кишинева объявили, что отказываются от ярмарок и концертов из-за пандемии. Но улицы столицы будут ярко освещены, и в городе обязательно будут звучать рождественские мелодии. Не только улицы и центр нашей столицы будут украшены огнями и гирляндами. Очарование зимы будет чувствоваться и в большинстве торговых центров. Люди говорят, что независимо от эпидемиологической ситуации, дух праздника в Кишиневе должен ощущаться. Праздник у нас в душе, но я думаю, что пандемия не помешает скромному небольшому празднику, где будут соблюдаться правила, чтобы почувствовать сам праздник, а не напряжение, вызванное пандемией. Я думаю, надо. Везде делают. Почему? Праздник всем детям, и это будет весело. Предохраняться надо, но пандемия, а люди все-таки... Новый год есть Новый год. Даже если праздники в этом году будут отличаться от привычных нам, атмосферу праздника создадут в каждом секторе столицы посредством зимних декораций, но с обязательным соблюдением антиковидных требований. Даниэла Данилов, Николай Васильев, Акчент ТВ.